Всех нормативов, конечно же, стремиться надо к золотому значку, и я глубоко убежден, что каждый из вас его получит обязательно. Это ГТО, 10 утра, суббота, холодно. Все молодцы, кто пришел. Но лично я готова сдавать не буду, но буду пробовать некоторые этапы, насколько это сложно. Сейчас расскажем, что такое ГТО по мяске, что такое за фестиваль ГТО. Андрей Кузьменко, журналист с Ньюсмиас. Когда сейчас ребята кидали гранату, он сказал, я могу намного лучше. И сейчас он нам это продемонстрирует, если он... Ну, смотри, на слабо взяла. На слабо. Давай, я кину вот давай. Это. Вот это настоящий профессионал. Молодец. Я сейчас тоже кину. Что ты делаешь здесь? Я, как минимум, я наблюдаю сегодня за фестивалем ГТО, который проходит в Миасе. Как максимум? Морально готовлюсь к тому, чтобы сдать нормы. В силу того, что 4 обязательных и 2 из них это бег, я серьезно думаю. Пойдем поспорим на что-нибудь. В смысле? Ну вот, на метание гранат. Пойдем. Давай метание. Метать гранаты. Давай. И прыгать в длину. Думаю прыгать в длину! Давай. Пойдем? Все, пойдем. Какие нормы нам, да, расскажите, чтобы мы понимали. И учитывая, что мне 56, а ему 18. Но какая я возрастная категория? Если от 18 до 24 нужно прыгнуть на золото 195, вам нужно прыгнуть больше 195. Больше 195. А вам сколько? 56. Не снимай! 35! На 30! Два. Ох, я не умею считать. Давай. Я сейчас. И сейчас, как вы видите, движение ГТО «Готов к труду и обороне», всероссийское движение «Готов к труду и обороне», оно набирает обороты, оно возрождается из небытия, и, на мой взгляд, это здорово. Какой-нибудь значок можете сейчас уже рассчитывать? Да, я твердо рассчитываю на золотой значок. А будете его носить? Конечно. На пиджаке? На спортивном костюме. Серьезно? Конечно, на спортивном костюме. Ожидали, что придет так много людей? Да, мы ожидали, но наши, скажем так, спортивные объекты вот позволяют нам, скажем так, вот в таких рамках вот пока на данный момент принимать. Почему вы считаете, что это делать нужно и важно? Физическая подготовка тоже должна быть на первом месте. Тот, кто выполнил комплекс ГТО, он это целеустремленный, соответственно, у них всю жизнь получится, я уверен. И у остальных получится, но у этих будет больше шансов. Почему вы здесь? Здесь холодно.
Потому что мы сдаем ГТО, да. Мы граждане России. Потому что здесь весело. Почему вы считаете, что сегодняшний фестиваль это важно и нужно? Обстановка в мире неспокойная, надо быть готовым к любым неприятностям. Это имеет большое значение для популяризации спорта, здорового образа жизни тоже. Вот так вот мы увидели этот фестиваль ГТО, было весело, было классно, увидели огромное количество знакомых людей, посмеялись, покидали гранаты. В общем, было здорово, единственное, было прохладненько. И рекомендуем всем приходить сдавать нормы ГТО в центре ГТО, либо вот на подобных фестивалях. Было прикольно. Мяс Лайф, Диана Майер. Пока!